Мы заканчиваем 2017 год великолепными показателями. Мы посчитали с нашими коллегами общее количество мероприятий, которое провела в этом году Федерация на всей территории России, более 120 мероприятий. Если вдуматься в эту колоссальную совершенно цифру, это, и понять, что за этой цифрой стоит, какой колоссальный труд энтузиастов кости карате. Это и спортивные лагеря, сборы, тренировочные, это соревнования, это показательные выступления, это учебно-методическая работа, это аттестационные семинары, это повседневный колоссальный труд многих-многих наших региональных организаций, которые зарегистрированы в региональных министерствах, аккредитованы министерством спорта, ведут огромнейшую не только спортивную, но и спортивно-просветительскую работу, направленную на профилактику здорового образа жизни, борьба против детской преступности, против детской наркомании. Поэтому это огромнейшая не только спортивная, но это спортивная общественно-просветительская работа. Поэтому мы подводим итог, предварительный итог 2017 года с очень высоким чувством удовлетворенности. У нас в этом году еще предстоит пара турниров всероссийского масштаба и республиканского масштаба. И, конечно, мы завершаем год международным турниром, который стал достаточно традиционным для нас. Это Кубок Берлина, Международный Кубок Берлина, который стартует 9 декабря в столице Германии, в Берлине, 9 раз. Перед этим кубком в Берлине пройдет 6-й международный конгресс Всемирного союза кости карате, на котором будут присутствовать президенты и официальные представители 12 национальных федераций, не только из Европы, хотя в Берлине мы проводим, в общем-то, европейский стандарт, но у нас открытая формула, поэтому будут присутствовать гости из Америки, из Камеруна, из Нигерии. Надеюсь, все-таки мы увидим наших гостей из Алжира, там немножко гостевые визы, проблемы по определенным политическим причинам. Поэтому это будет очень хорошая возможность нашими коллегами за международным столом обсудить проблемы кости карате, перспективы развития, разработать планы. На сегодняшний день принято уже устное решение, что мы уже подготовлен некий меморандум о совместном сотрудничестве и развитии кости карате. И этот меморандум станет достоянием всей общественности, не только спортивной, но и общественности на уровне ЮНЕСКО. Поэтому мы ведем очень большую просветительскую работу и в международном плане. Поэтому, заканчивая 2017 год и глядя на 2018 год, я испытываю чувство глубокого удовлетворения и оптимизма, и, конечно, гордости за наших ребят, за моих учеников, что мы вместе проделали огромнейшую работу.